Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Винда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарно Дайам Гопи Жано Самаюктам Винда Ванам Манохарам Ванча калпатару вашки пасинду бевача, патитанам пабуне бхавишнави бью намо намах, мукан кароти вача ланг пангун лангхет гирин, ятки патам аханг банди парма анандамадвам, биндавай тулсидевай пиявай кешвасача. Шина бхакти паде деви сатва баттвай намо намах Нараяна намаскритта нурун чайва нуроттамам Девин сарасватин вясам тато жайо мадира Шанкиртане кришна катху падеши Гаурия патрасша пракаса нича Садану ракта гуру бхакти жукто бхакти прамодакша жагодварана дейям сада парибхавагнам авишта духам тетас падам сива виринчанутам сараньям бхитатихам панатопал бхавадипутам Банде Махапурушите Чаруна Равиндам Джатпада Паллавана Качанда Мани Чатая Биспуриджи Такимапигабхудушва Дарши Пурнану Рагараса Сагара Сарамурти Саратикамай Кадакитам Кироши Си Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Аджануламбита бхужау канакаха бодату Шанкиртанай капитару камалайатакшу Вишамбару диджавару джугадхармапалу Банде джагат приякару каруна абутару Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе, Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дипа Рупам Бхуктин ча муктин ча дада синиттам Бхаван рупенна сада нарана Ганга таранга рамания жата калапам Гаури нирантара вибуши табам бхагам Нараяно прияма нангамада пухарам Варанаси Пурапати Бхаджавишанатам Вагиша Джошва Бадане Лакшмир Джошвача Бхакшаши Джасьясиде Самбид Там Шингамахам Бхаджи Хари Кришна Хари Кришна Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари.
Идам Бхагаватам Наму Джанме Бхагавато Дитам Сангрохо Айам Вибутинам Таметат Випуликру. Идам Бхагаватам Нам Идам Бхагаватам Наму Джанме Бхагавато Дитам Джанме Бхагавато Дитам Сангрохо Айам Вибутинам Таметат Випуликру. Джатха Бхагавати Хару Ненам Сарватнани Ахиладхаре Бхактир Бхавишвати. Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Джагадгурупад. Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал, что малейшее уклонение от следования Гурупада Падме может вас в конце концов совершенно выбросить с пути Гаудия Бхаджана. Вы пойдете в совершенно в другом ложном направлении, думая, что совершаете Гаудия Бхаджан. Шрила Прабхупада сказал, что малейшее уклонение от Гурупада Падмы заставит вас оставить Хари Бхаджан полностью. В конце концов, в настоящий момент вы можете ничего не заметить. Вы не заметите сами, как уклонитесь от Гурупада Падмы. Вы будете думать, что вы по-прежнему следуете ему. Но в конце концов, вы уйдете слишком далеко, полностью перестанете следовать Гурупада Падме. Что же такое уклониться от Гурупада Падмы? Это означает не следовать Сиддханте Гурупада Падмы, не следовать наставлениям, не следовать стандартам поведения. Если вы вовремя не подчинили все, то есть не сделали едиными, если вы свое поведение не смогли сделать в соответствии со стандартами Гурупада Падмы, мне задали вопрос. В то время, когда Гуру Махарадж находился на этой планете, являл лилой, я не смог осознать его величие. Но как только он оставил этот мир, благодаря моему Шикшагуру, который очень любил моего Гуру Махараджа, я уверовал в Гуру Махараджа. То есть это возможно, меня спросили, я сказал, да, потому что Гурудев существует вечно. Поэтому если вы в момент присутствия Гуру Махараджа на этой земле уклонились от него, перестали ему следовать, не понимали его величия, а потом, по милости Шикшагуру, вы поняли его положение, поняли, что ваш Гуру Махарадж был бриллиантом, трансцендентным бриллиантом, вечным спутником Бхагавана, тогда вы начнете плакать, сокрушаться. Ведь когда Вайшнав покинул этот мир, мы уже не можем физически прийти к нему. Это больше не представляется возможным. Если я совершил какую-то апарадху лотосным стопам Гурупада Падмы или Вайшнаву, в то время, когда он присутствовал здесь, я, может быть, этого не понял, но потом, по милости Шикшагуру, я это осознал, что я совершил ошибку, я оскорбил Вайшнава. Что же делать в такой ситуации? Прабхупад ответил, что необходимо
the desire of that Vaishnava Gurudev, so you know, Gurudev desire, понять, каким, каково было желание этого Вайшнава. So anyway, you will have to search out what was his actual desire. Чего он по-настоящему хотел? Возможно, у него остались какие-то неисполненные желания. Возможно, он хотел осуществить какое-то служение, но не успел этого сделать. В нашем матхе был один вайшнав. Он был духовным братом моего Гуру Махараджа, его звали Сатья Говинда Махарадж. Он жил в Чайтанья Матхе прежде, вместе с моим Гуру Махараджем. И он хотел, всю свою жизнь он хотел напечатать одну книгу. Он занимался публикационным служением, не редактурой, а именно в технической сфере. Он хотел напечатать Киртананджали, но у него не было денег. То есть он до последнего своего дня хотел это сделать, но не было финансов. В конце концов, мы решили напечатать ее. То есть, к примеру, если вы совершили апарадху лотосным стопам гуру или вайшнавам, но гуру или вайшнавы уже оставили этот мир, у вас нет возможности прийти к ним и напрямую попросить прощения. Он уже недоступен в физическом плане. В таком случае необходимо понять, чего он хотел. Также нужно поставить портрет этого вайшнава и ежедневно предлагать пушпанджали ему, цветы, петь киртаны, такие как «Охе Вайшнава Такура». Об этом говорил Гуру Махарадж, мой Гуру Махарадж. Я из глубины сердца плакать в раскаянии. «Я совершил ошибку, пожалуйста, прости меня, иначе я умру. Ты Каруна Майя, ты океан милости». Нужно плакать и сокрушаться искренне. Но и важно отыскать его невыполненное желание и постараться исполнить его. И тогда, благодаря служению вайшнава севе, благодаря этому вы сможете избавиться от проблем, которые пришли в вашу жизнь из-за этой апарадхи. Но апарадхи, которые оскорбляют вайшнавов, апарадхи не понимают, что они совершают оскорбление, потому что их сознание слишком падает, слишком на низком уровне находится. Прабхупад говорит, что в настоящий момент вы можете думать, что вы делаете что-то чуть-чуть не так, что между мной и Гурудевом небольшое, ну, имеется в виду небольшое расстояние. То есть я чуть-чуть не до конца следую Гурудеву, но со временем это расстояние будет увеличиваться, и в конце концов вы не сможете следовать Гурудеву. Именно поэтому нужно стараться следить за тем, чтобы у меня, чтобы я не совершал никаких ошибок на протяжении жизни. Ошибок в служении. По Харикатхе и книгам вайшнавов можно понять, то есть проповедников можно понять, действительно ли они хотят прославить Прабхупаду, действительно ли они хотят провозгласить
славу вайшнавов. То есть в процессе проповеди мы должны рассказывать о, именно то, что мы осознали, что мы знаем о представителях нашей гуру Варги, о наших духовных учителях. В киртане поется Кришна Хойте Чатурмука. То есть Брамаджа получил инициацию непосредственно от Бхагавана. Он получил мантру и получил брахманический шнур. И поэтому мы не должны пренебрегать им, несмотря на то, что он занят творением, то есть он, казалось бы, занимается такой материальной деятельностью. Но это служение поручил ему сам Бхагаван. Он никак не мог ослушаться его и не исполнять то, что приказал ему делать Господь. Брама, завтра я расскажу, что Брама говорит своему внуку Прияврате. Он говорит, что я думаю, что это, то есть это служение, которое дал мне Бхагаван, крайне сложно, оно очень много занимает моих сил, тем не менее, то есть я никак не могу не следовать наставлению. То есть это не преданность, когда мы говорим, что вот Гурудев, ты, например, не меня посылай на проповедь, ты пошли кого-нибудь еще, вот его пошли. Это говорит о том, что такой ученик не усвоил первоначальную грамоту служения. Мы не можем и не должны пренебрегать наставлениями вайшнавов, гуру и вайшнавов. Итак, Брамаджа является нашим гуру, он представитель нашего гуру Варги. Ему Бхагаван дал и Брамагайатри, и брахманический шнур. Но в действительности многие люди сомневаются в величии Брамы. Но это говорит лишь о их глупости. Даже здесь нынешний действующий ачарья, которого в действительности никогда его духовный учитель таковым не назначал. Он в открытом собрании в Южной Индии заявил, меня, к счастью, там не было, я баджаном занимался. В это время один старший махарадж сказал мне, что мне так жаль. Мне так жаль, но вот Махарадж Ачарья в открытом собрании критиковал Браму, говорил нехорошие вещи о нем. Но ведь Брама является нашим гуру. Да, возможно, ему дали служение, которое находится в Раджагуне. Но Шанкар Бхагаван исполняет служение, которое в Тамагуне. То есть он постоянно взаимодействует с Тамагуной. Как, к примеру, полицейские. Я сам видел, мой гуру Махарадж рассказывал также, что однажды жил-был один великий вайшнав. Гуру Махарадж рассказывал эту историю из своей жизни. Это было время британского правления.
был великий вайшнав, который занимал пост управляющего. И он был очень строг и в то же время справедлив. И как Бхактивинода Тхакур. Вот он тоже какой-то очень возвышенный баджан совершал. Но однажды я захотел встретиться с ним и пошел к нему с друзьями. Когда я зашел к нему, я увидел, что из его тела исходит сияние. То есть вайшнав был настолько могущественным, что его тело даже сияло. Сегодня вечером я буду рассказывать вам Шридас Бабаджи Махараджа. Напомните мне, вчера, вот, к примеру, я забыл, как звали Муни. Я перепутал имя, там не был Васиштха Муни. Я только имя перепутал, и все остальное было правильно. Его звали Сандили Риши. Сандини Риши. Завтра, сегодня вечером об этом скажу. Так вот, Гуру Махарадж рассказывал, что его тело сияло, и говорил он настолько могущественно, его речь была настолько могущественна. Так что я понял, что передо мной что-то необыкновенное. К примеру, он исполнял. То есть он был великим вайшнавом, но в то же время он должен был судить людей. Он занимал, то есть, должность судьи, мирового судьи. Но он очень твердо и справедливо всегда выносил решение, несмотря на то, что он был вайшнавом. К примеру, Виктория, королева Виктория, также такая ситуация сложилась, когда она должна была судить своего собственного сына. Когда правила и предписания должны также распространяться и на правительство. То есть если они существуют только для обычных людей, никто не будет воспринимать серьезно ни правила, ни правительство. Такого не должно быть, что одни правила для правительства, для родителей, к примеру, а другие правила для подданных и для детей. И королева Виктория была вынуждена осудить своего сына в соответствии с законами. И это справедливо. В Мадхе, в моем Мадхе, мне запретили рассказывать Харикатху, лишь потому, что я хотел говорить об абсолютной истине. Итак, допустим, человек служит в полиции. Но при этом он преданный. Это не значит, что он не может побить преступника. Он просто выполняет свои обязанности, несмотря на то, что он, несмотря на его религиозные убеждения, философские убеждения. Точно так же Шанкар Бхагаван, несмотря на то, что он постоянно взаимодействует с Тамагуной, его окружают пьяницы и наркоманы. Вы можете подумать, что он тоже пьет, что он курит ганджу, но это глупости. Тамагуни, то есть люди под влиянием тамагуны постоянно предлагают шивджи ганджу. Но, конечно же, Шанкар Бхагаван никогда не принимает этого, потому что он вайшнав.
он лишь играет роль управляющего тамагуной. Но только по этой причине мы никак не можем заявлять, что он не возвышен. Гурупад Падма часто говорил: «Сын мой, если ты поклоняешься Бхагавану, это хорошо, но никогда не оскорбляй полубогов. В шастрах сказано, что у нас нет такого права, это полностью запрещено». Вы можете, да, ты поклоняйся Кришне, это здорово, но именно поэтому я никогда не оскорблял полубогов. Конечно, во время Харикатхи я могу проводить аналогии и сравнения, выражая, показывая превосходство Верховного Господа. Тем не менее, я всегда отношусь к Шанкар Бхагавану и другим полубогам, как к своим матери, к отцу. Но, тем не менее, даже Шанкар Бхагаван нельзя рассматривать просто как полубогу, потому что тот, кто поклоняется Господу, является вайшнавом, он вайшнав. Если шастры говорят, что мы должны ненавидеть Дургу и Калли, почему же тогда Гауранга Махапрабху в своем паломничестве по Южной Индии увидел холм под названием Шри, Шри Шайла. Там Шанкар и Парвати, пребывают в форме Брамана и Брамани. Так вот, Гауранга Махапрабху не взял с собой Кала Кришнадас, а сказал ему остаться, а сам один пошел на вершину этого холма и встретился там с Шанкарой и Парвати. Он обнял Шанкару и какое-то время провел там, принял прасад. Деви, Майя, Парвати приготовила прасад. Так вот, если шастра наша учит нас, что надо ненавидеть Парвати, Шанкара, Браму, это неправда, нет такого в шастрах. Но, тем не менее, есть сравнение, проводятся аналогии, сравнения для превосходства Верховного Господа, иногда приводятся эти сравнения. В шастрах сказано, что где-то в шастрах сказано, что нужно поклоняться, проводить ягью и поклоняться в процессе этой яги Индре как Бхагавану. Да, Индра действительно является Бхагаваном, но он полубог, он не верховный Господь. Нужно осознавать, что Индра и другие полубоги все находятся в Бхагаване, то есть пребывают у его стоп. Без Бхагавана полубогов бы просто не было. Веда никогда не учит нас, что Индра также является верховной личностью Господа. Шанкар Бхагаван верховной личностью. Нет, просто есть полубоги, а есть верховная личность Господа. Итак, Шанкар Бхагаван повелевает тамагуной. Это то служение, которое поручил ему Господь. И, соответственно, он выполняет его. Гурупад Падма часто цитировал одну шлоку. Если какой-то ачарья
оскорбляет Брахму, он глупец. Он даже его человеком нельзя назвать, что говорить о преданности, о преданном. В этой шлоке говорится, что мой Гуру Махарадж очень любил Шанкар Бхагавана с самого детства. И он говорил, в этой шлоке Хари означает объект поклонения, которому поклоняются бесчисленные миры. Это Ишвар всех Ишваров. То есть существует йоги, повелитель йогов и повелитель всех йогов. То есть такая градация. Надо понять положение Верховного Господа, что Он — Господин всех полубогов. Поэтому, но тем не менее, мы не должны оскорблять Брахму, Рудру. Итак, Брахма с внешней точки зрения повелевает Раджа-гуной. Он возглавляет ее. Тем не менее, он вайшнав. Кришна, как я уже говорил, благословил Брахму, несмотря на то, что ты будешь контролировать, повелевать Раджа-гуной. Она не будет влиять на тебя, ты не лишишься своего положения. Таково благословение Бхагавана Шри Кришны. Именно поэтому мы видим, что последняя шлока Чатуршлок. Гласит. Этат матам саматишто парамена самадина бхавану калпа бикалпису на бимуджит кажи. There is a blessing. You should know the meaning of this last word. Бхаван, Бхаван мани you, Бхаван, ты не будешь, благодаря моим благословениям, не лишишься своего положения. Несмотря на то, что тебя будет окружать Раджа-гуна, ты будешь возглавлять ее, повелевать ей. Таково благословение, поэтому мы не должны сомневаться в величии Брахмы. Есть те, кто с пренебрежением говорят, а Брахма не может Мадхуру расу понять. Саньяси, Ачарьи часто так говорят. Но если Брахма этого не может, значит и мы не можем, потому что Брахма — наш предыдущий гуру. Мы знаем из Брахма-самхиты, что Брахма получил Кама-гайтри от Господа. Что такое Кама-гайтри? Кама-гайтри — это мантра, с помощью которой познается Апракрита Камадев, то есть там присутствует раса. Это просто логика. Если Брахме дали эту камбидж, эту Кама-гайтри, как вы смеете заявлять, что Брахма не в состоянии понять раса-татву? В то время как Брахме уже дали Кама-гайтри.
Необходимо понять значение Камагайтри, что каково ее значение. Это доступ к расататве. Именно по этой причине. Я не могу рассказать открыто значение Камагайтри, тем не менее, лишь указание я могу дать. Суть. То есть есть Брахма-гайтри, есть Камма-гайтри. И Камма-гайтри дается всей нашей парампаре. Имеется в виду, дается всем в нашей гуру-парампаре. То есть, потому что благодаря ей вы сможете обрести доступ к расататве. Итак, таким образом, нет права говорить, что Брахма не способен понять расататву. Возможно, с внешней точки зрения он, то есть он не показывает, что он действительно это способен, но с внутренней точки зрения он способен. Итак, сейчас Брахма взял руки Брахмы в свои руки, так же, как это сделал Удхава с Кришной, точнее, Кришна с Удхавой, когда состоялась их беседа перед уходом Кришны из этого материального мира. Как близкого друга Бхагаван, как руки близкого друга, Бхагаван взял руки Брахма в свои руки и сказал: если ты хочешь познать татва Вигьяну, Бхагавата татва Вигьяну, которую я поведал тебе, то есть, если ты осознаешь то, что я тебе только что рассказал, то Бхагавата Тату Вигьяна, ты будешь, несмотря на то, что тебе придется жизнь за жизнью, кальпа за кальпой, возглавлять Раджагуну, взаимодействовать с ней, она никак тебя не затронет. Итак, Брахма получил Бхагавататтву Вигьяну напрямую из первоначального источника от Господа. Брахма говорит Нараджи. Things collected here. I am at all going to give you my song. Я даю тебе сокровища, сын мой, говорит Бхагаван. Простите, это говорит Брахма. Он говорит, мне вкратце Бхагаван все рассказал, но это не проблема. Если Бхагаван дарует мне осознание, я прочитаю четыре шлоки Бхагаватам, этого будет достаточно. Всего четыре шлоки. Потому что в четырех шлоках Бхагаватам находятся все 18 тысяч шлок. То есть эти четыре шлоки — это заключение, это семя. Зерно, то есть семя, всего Шримад Бхагаватам.
I can discuss some point like Om. Om within this word. К примеру, слово Ом, звук Ом, в нем сокрыто безграничное таинство. Но мы этого не видим. Нам кажется, что вот просто звук Ом. Тем не менее, в нем бесконечность. Почему я говорю об этом? Чтобы появилось у нас ясное представление. Ты, сын мой, говорит Брахма, должен распространять это учение. Тем не менее, ты должен быть очень осторожен. Харикатху нужно говорить так, чтобы обусловленные души получили бхакти. Бхагавата-катху рассказывать так, чтобы живые существа обрели бхакти. It is written that sarvatmani akhila dhare bhaktir bhavishyati. Tomorrow I can explain only in details. I can remember, I cannot forget. Very important. So, завтра я буду говорить об этом в деталях. Right preacher, right conception, right preacher, right preaching, right conception, all given by Brahma. Итак, Брахма дал направление, какой должна быть проповедь. Что нельзя обманывать людей, нельзя обманывать публику, нельзя наставлять их на неверный путь. Лучше прекратить проповедовать, просто жениться и спокойно жить. Как минимум, никого не обманывай. Таково было наставление Брахмы. Я говорил об этом, потому что Бхагаван Шри Кришна хотел оставить в этом мире своего представителя, который смог бы в точности представить Бхагават-таттва Вигьян таким образом, что... То есть не меняй, не запятой, а не так, что составлять свою собственную сиддханту. У нас ни у кого нет права уклоняться от учения Гурупада Падмы и проповедовать что-то собственное, изменять его учение. Именно поэтому я сейчас и лаю, как собака, как уличный пес. День и ночь я лаю. Either Ishwar of Jol Yoga, Yoga Vinyasa, all yogas, all power, everything, all mystery coming from you, Yoga Vinyasa. Also, Yoga Vinyasa Nyas, you can give the power of yoga and the result of yoga to somebody, Yoga Vinyasa. Yoga Vinyasa означает возможность передавать силу кому-то еще. А следующее слово означает, что в сердце присутствует йога. Бхагаван выше среди йогов, потому что его ум постоянно сосредоточен на Радхаране.
Если вы почитаете прославление Гиты, вот сегодня сделайте это. После того, как Гита была рассказана, Бхагаван говорит, Гита — это то, что я знаю, это мое непосредственное знание. Гита — это все. Благодаря Гите я управляю всем миром. То есть через нее я управляю всем миром. Гита — это мое сердце. Я управляю бесчисленными мирами, Гитой, благодаря, при помощи Гиты. Бхагаван сконцентрирован на лотосных стопах Бхагавана, несмотря на то, что он занят многими другими делами. Наш Прабхупад также много проповедовал и постоянно ездил по Индии. Тем не менее, его ум был постоянно сконцентрирован на лотосных стопах Радхарани. Если Прабхупад отправлялся в Южную Индию или ехал в Аллахабад, он все равно всегда был во Вриндаване. Таково таинство лилы. Все представители нашей Гуру Варги и Бхагаван Дас Бабджи Махарадж, Вамшидас Бабджи Махарадж, все они и Прабхупад, они все всегда пребывают во Вриндаване, несмотря на то, где бы они ни находились. Выше перечислялись титулы, которыми Удхава Махарадж называет Кришну. Перечислив их, Удхава Махарадж говорит, те, кто чувствует единение с тот, кто чувствует родство с материей, то есть привязан к материи. Атма того покрыта. То есть, когда человек в иллюзии, он думает, я не могу жить без своей жены, или я умру, если что-то случится с моими детьми. То есть такое у нас родство мы ощущаем. Но это полное заблуждение, потому что мы должны чувствовать родство с Бхагаваном. Но из-за того, что Бхагаван также материален, но это абсолютная материя. Он абсолютная материя. Кто-то еще заявляет, что он не может жить без алкоголя. То есть в конце концов мы должны прийти к ощущению родства с Бхагаваном. На самом деле, говорить об отречении крайне просто. Но в действительности отречение сложно. У вас, то есть нужно отказаться и от... то есть вам сложно отказаться от жены, от денег, оставить их. Просто рассказывать лекции, просто говорить об этом легко. Но когда вы сами попробуете, если я вам скажу, так, не возвращайтесь домой, оставайтесь со мной. Если я вас попрошу, не уезжайте, останьтесь здесь. Вы не сможете.
потому что вас тянет как магнитом. Вы приехали всего на месяц, и вы вернетесь назад. То есть эта привязанность, она, казалось бы, и неосязаема, но, тем не менее, она очень сильна, и она существует. Так что притягивает вас, что вы просто вынуждены это сделать. Лишь если вы обретете полное предание Гуру Вайшнаву, вы сможете преодолеть эту привязанность. Казалось бы, ничего не связывает, но все равно тянет. Ведь чисто, все мы чистые дживатмы. По сути, что могло бы нас связывать, что могло бы накинуть на нас оковы? Тем не менее, эти оковы существуют. Те, кто испытывает привязанность к материи, не могут оставить ее, не могут от нее отказаться. А для того, чтобы увеличивать свои богатства, многие повторяют мантры, которые направлены на увеличение, то есть на увеличение богатства. Они не понимают, что такое баджан. Их умы осквернены. Если Для преданных очень легко отказаться от славы, денег, почести, но это невозможно для непреданных. Я могу привести один пример из жизни. Я слышал от моего Гуру Махараджа, что в Калькутте, в Гаудия Миссии, в то время один материалист посещал Гаудия Матх. Я не знаю, с какой целью он приходил, но он делал какие-то пожертвования, предлагал поклоны Бхагавану, Господу, Божествам, совершал парикраму вокруг божеств и уходил. О чем-то разговаривал с преданными. Ну, был очень занят. Он каждый день говорил перед Божеством. Одно и то же, каждый раз одно и то же. Я воплощение греха. Все мое тело состоит из греха. То есть я... Вот эти санскритские, этот санскритский стих он постоянно повторял перед Бхагаваном, перед Божеством. Я ежедневно грешу. Я полон греха. Я состою из греха. Я слышал, что ты можешь освободить меня от греха. Так вот, однажды один брамачарья захотел проверить, насколько этот человек искренен. Брамачари подумал, этот преданный, этот человек каждый день говорит как преданный. Дай-ка я проверю, он действительно преданный или он просто спектакль тут разводит. И он позвал его: «О, грешник, эй, грешник, иди сюда». Он обернулся. Кого ты зовешь? Тебя? Ты что, не знаешь, как обращаться? Глупец, почему ты так назвал меня? Он очень сильно разгневался. Talk with him. The man become very angry.
Я просто имела в виду, подойдите, пожалуйста, я хочу поговорить с вами. Но этот человек так сильно разгневался. Ты вообще преданный или кто? Ты почему так разговариваешь? Простите, но я же не сказал ничего неправильного. Вы сами так назвали себя перед Божеством. Я лишь повторил то, что вы говорили. Что я сделал не так? Вы же сами говорили Божеству, что вы воплощение греха. Итак, разыгрывать спектакль очень легко. Много так происходит подобное. Меня вот называли и сын мой, и отец наш. А потом, когда я не исполняю их материальные желания, они меня выбрасывают, отбрасывают от себя. Ну, в действительности, конечно же, это мои благословения. Это мое благословение. Благо для меня. Now Uddhavji Maharaj speaking, Ma Prabhu, for a devotee, pure devotee, maybe it is good for easy. Uddhava Maharaj продолжает. Возможно, чистый преданный может отказаться от материи, от своей привязанности, но что может поделать с привязанностью падший человек? Я думаю, что для него крайне невозможно избавиться от такого единства с материей, от такой привязанности. Поэтому, пожалуйста, надели меня знанием, как они могут сделать это. Уддхава Махарадж говорит, я глупец из глупцов. На самом деле, на Уддхаву совершенно не влияет майя. Тем не менее, он говорит ради нашего блага. Он говорит, я самый глупый. Из-за того, что у меня полно привязанности к моим родителям, к моим детям, жене. Я сомневаюсь, что я могу развить глубокие взаимоотношения с тобой. У него уже глубочайшие отношения с Господом. Тем не менее, ради нашего блага, ради того, чтобы преподнести нам урок, он опускает себя очень низко. Говорится, что даже в этой же жизни, когда он родился, он уже был подобен Кришне. А даже не совсем так, когда он, то есть он в процессе поклонения Кришне обрел с ним такое единство, что стал выглядеть как Кришна. Изначально он не был таковым, но благодаря баджану, благодаря родству, ощущению родства с Кришной, их даже путали, как хамелеон, когда он меняет цвет тела, он медитирует. Он задумывается, вот надо стать такой, как трава, и превращается, принимает цвет травы. Также такие демоны, как Равана, когда они концентрируются на чем-то, их концентрация не как у йоги. То есть они тоже силу свою черпают из медитации, из концентрации. Если бы Равана захотел, то есть он очень могущественный, если бы он не хотел принять форму Рамы, он бы это мог сделать. Как Сарварадж Индра.
Он принял форму Гаутама Муни и пришел к Ахалая. Он принял облик ее мужа. Из своего смирения Удава Махараджа говорит, что пожалуйста, говорит, обучи меня, пожалуйста, просит Бхагавана обучить его отречению, преподнести ему урок так, чтобы я смог отречься от своих материальных привязанностей. Анушади, я хочу предаться твоим лотосным стопам, но обучи меня, как сделать это. Почитайте Гиту, там вы найдете, что Арджуна произносит такие же слова. Швади мам, там пропанья, я принимаю прибежище твоих стоп. Пожалуйста, обучи меня этому, как сделать это. В 18 главе То есть в начале Гиты Арджуна тоже произносит такие слова, что я хочу предаться для того, чтобы Кришна начал обучать его. А в 18 главе он уже заключает, да, я буду стараться следовать тому, что ты сказал. И это признак настоящего ученика. Когда я... То есть как можно понять, что Арджуна уже до конца предался Кришне? Это понять можно, потому что Арджуна сам говорит «Швади мам там прапаньям». Эти слова он произнес в начале. Но в то время не было предания полным, но когда он уже после всей после услышанной Гиты, после услышанных наставлений произносит те же слова, он уже предается полностью, потому что если все вопросы, которые он задавал Кришне, то есть, если... В 18 главе мы видим, что предание Арджуны стало полноценным, потому что он готов исполнить наставление Гуру Дева, и это признак подлинного ученика. Если вы не выполняете наставления гуру, вы не можете считаться учеником. Как я вам уже говорил, что думать, что просто подметать комнату гуру Дева или готовить для гуру Дева или стирать его одежду, еще не значит, что это стопроцентное служение, потому что кто знает, что в моем сердце, из каких побуждений я это делаю. И Махапрабху в связи с этим дает замечательный пример. Одна неверная жена разыграла, то есть ведет себя, ведется как замечательная домохозяйка, что она очень любит своего мужа, а на самом деле ее ум
где-то с ее любовником. Хотя с внешней точки зрения она все так хорошо делает по дому, кормит детей, но ум ее с любовником. Internally, is laughing, crying because with a hero, she has a nice relationship, sweet relationship. So many cases. Practically, I know. Много даже на практике я знаю подобных ситуаций. It's one kind of drama. Просто спектакль. So in this world, you cannot expect pure love. Итак, в этом мире нет чистой любви. Если вы ее ищете, то вы глупец из глупцов. Где вы во мне найти? Где тут такое найти? So, Arjun, when preliminary speaking, Swadhinam Tam Prapanyam, a preliminary submission. When you teach me, I take shelter. But that taking shelter was not complete. Though eternally Arjun is also, but this Siddhanta, eternally he is already submitted. But Siddhanta, preliminary when speaking, Swadhinam Tam Prapanyam, is okay. Then Gurudev can take когда в начале ученик говорит, я предаюсь тебе, это просто, возможно, слова, но это тоже благоприятно, потому что благодаря им Гурудев начнет рассказывать татву, рассказывать татву Вигьяну. Но настоящее... Арджуна совершал, исполнял какое-то служение. Он смотрел на Кришну, он предлагал им поклоны, он задавал вопросы. Это тоже из разновидности служения. И он исполнил вот эти критерии, которые даны в этом стихе «Пари прашнена севая». Тем не менее, он еще не предался до конца. В самом начале. Потому что если бы он предался, у него не возникло бы столько вопросов. Ты говоришь вот это, ну как это возможно? Ты же родился после Бога Солнца, а ты говоришь, что ты создал все. То есть много вопросов он задавал. Когда человек предается, у него уже нет никаких подобных вопросов. Он уже сделал единым свое сердце с сердцем Гуру. Так вот, когда Арджуна в 18 главе говорит, что сейчас я готов исполнить твои наставления, это уже говорит о том, что Арджуна проявляет явные признаки настоящего ученика севака. Потому что много кто может готовить для Гурудева, мыть его комнату, но кто знает, что в сердце у такого севака. Но когда Гурудев дает определенное наставление, тогда мы не готовы. Это слишком сложно, как я смогу справлюсь с этим. Но надо понимать, что все возможно по милости Гуру. Если Гуру дает наставление, а я нахожусь в связи с Гуру, то он наделит меня и возможностью, силой исполнить наставление. Однажды Прабхупад дал наставление Джиравар Госвами Махараджу. Это очень важная история. Нужно ее хорошо запомнить. Это не какая-то история, это факты. Однажды Прабхупад был очень занят. И его саньяси, значимые проповедники, также уехали на проповедь, разъехались на проповедь.
И он в один день сказал Джиджавар Госвами Махараджу: сегодня отправляйся на Дхарма Сабхолу, то есть это какое-то большое религиозное, ну, какое-то собрание в религиозных рамках. Ты будешь представлять Гаудия Матх. Собирай чемодан, ты поедешь туда, и там должен будешь рассказывать Харикатху. Будешь представлять Гаудия Матх. Джиджавар Госвами Махарадж начал плакать. Как? Что я скажу там? Я не образован. Что я там скажу? Но это было не непосредственно перед Прабхупадой, а где-то в уединении. И потом Прабхупаде рассказали об этом. Ему сказали: вы дали наставление Джиджару Госвами Махараджа. Он не говорит, что он не может этого сделать, но он плачет. Он плачет: у меня нет качества. Как я буду говорить перед таким собранием пандитов? У меня никакого образования нет. Я вообще не спикер. Но Прабхупад не сделал никакую поблажку, то есть он не пошел на компромисс. Он сказал: ну и что? Почему он плачет? Он обязан туда поехать? Он не сказал, что ну ладно, раз он плачет, пусть не ездит. Еще кого-нибудь пошлю. Нет, он так не сказал. Ты обязан поехать. Садхгуру невероятно могущественен. Он наделит силой. И тогда Джиджавар Госвами Махарадж поехал с трясущимися руками, очень переживал. Он думал, что я буду перед этими пандитами говорить. То есть там было действительно большое мероприятие, значимое. Там были представители всех сампрадай. А я представляю Гаудия Матх. Гаудия Матх — это Радхарани. Он приехал туда и все время думал о лотосных стопах Прабхупады. Он и про себя все время спрашивал: Прабхупад, что говорить? Между тем, ведущий сказал: сейчас представитель Гаудия Матха Шрила Джаджавар Госвами Махарадж будет говорить. Он вышел на сцену, начал вандану и медитировал на лотосные стопы Прабхупады. Потом он начал говорить все, что он слышал от Прабхупады. Все о Сиддханте, о Гаудия Сиддханте, о превосходстве философии Гаудия Матха, о идеалах Гаудия Матха. Так вот, он оказался лучшим среди спикеров. Ведущий был пандитом, и как бы он захлопал со словами: саду, саду. Превосходно, превосходно. То есть, когда так себя такой проявляет ведущий, это говорит о большом успехе. Итак, Прабхупад, это чудесно было. И Прабхупад может совершить любое чудо, сотворить любое чудо. Завтра мы продолжим. Очень много всего, о чем необходимо сказать, но время ограничено. Сейчас я произнесу шлоку, вы внимательно послушайте ее. Bhagavatam nama janme bhagavatoditam sangroho ayam vibhutinam tameta vipulikru vancha kalpadurasya kipasindu vacha patitanam pavana pavishya. You realize, na? Very intelligent. He is hearing with full attention. Everybody can chancha here and there. He's not, sitting in one place with full attention. It's very good symptom. So, who can say he can become great Vaishnava?